слева. Ребята, всем привет. Привет, друзья. Вот такое у нас чудесное утро. Но в каком-то городе уже день. Ну, так как я нахожусь в Казани, то сейчас еще утро. 4 часа утра здесь, ну где-то 4:30. Вот, приехал с Питера сюда, был на конференции там. Была конференция христианская. Называется «Смотри, как строишь». Вопрос к вам, друзья. А как вы строите свой бизнес, свои отношения с теми людьми, которые у вас покупают или продают тачки? Ну, в смысле, вопрос в чем заключается? Вот в следующий раз этот человек захочет вам что-то продать или что-то купить у вас. Подумайте над этим, поразмышляйте. Вот. Ну, а я собираюсь домой уже. Вчера Тиану прикупил. Вот она стоит. Тоже, кстати, по поводу отношений. Вот вы, допустим, смотрели вариант какой-то. Ну, какую-то машину, к примеру, там 2 недели назад, 3 недели назад, месяц назад. И вы ее не купили. Вы продолжаете? Нет-нет. Там этому человеку писать или звонить с предложением цены. Вот мы продолжаем. Вот эту Тиану вы уже видели в поездке, когда там ролик есть, мы ездили в Ульяновск, мы ее не купили. Ну вот прошло 2 месяца, я купил ее. Ладно, сейчас маленько расцветает, все покажу, расскажу. Сейчас какие действия будут у меня. Сейчас я посмотрю масло, включу фонарь, обойду машину по поводу колес, там сдули, не сдули. Вот, ну и поедем на заправку там. Бензинчика зальем и попрем в Новосибирск. Все, друзья, погнали. Посмотрел масло, посмотрел антифриз. Надо, кстати, подлить будет. Потом водички надо долить в этот в омывайку. Вот. Пробег обнулил, короче, ну в смысле одометр. Вот сейчас 189, 134, что-то камера не фокусируется, внизу по нулям. Вот такая комплектация тут. Старт-стоп. Ну, для Тиана это нормально, вообще для Ниссана. Так, есть вопросы по шипкам и по ходовке, что-то, короче, справа там меня беспокоит. Может, сегодня блок там что. Ладно, что, погнали по ночной Казани. Вот на улице темнота такая. Гаишники у них ночью любят вообще прям бахать. Поэтому, не знаю, еще надо как-то аккуратненько будет потихонечку бахать, ехать. Ну все, что, поехали по стандарту на заправочку. Там возьмем кофейку, поговорим и попрем в Новосиб. Ну вот она. Виновница торжества, так сказать. Масло есть. Есть, воды долил в умывайку. Вот так это все выглядит. 9-й год, передний привод, колеса 2 комплекта, кожа, рожа, все дела. 430 рубликов. Вот сейчас кофеек у меня стоит, сейчас попью, руки вытру и погнали. Вот такая видимость на дороге. Проехали мы сколько там, 160 километров от Казани. Сейчас набережные Челны где-то будут, тут, не знаю, не помню через сколько. Через 50 или через 100 километров. Короче, видимость вот такая, ноль. Не знаю из-за чего, то ли из-за реки, то ли из-за чего. Короче, вот едем 120. Видимость не очень. Ладно, что-нибудь интересное будет по дороге, сниму, расскажу. Так-то не буду вас особо нагружать всяким порожняком неинтересным. Бензина, кстати, залил на 2-ку я. Уже вот проехал сколько-то литров, скажем так. Все, туман рассеивается. Походу из-за реки. Там я реку пересекал. Все, едем далее. Далее. Ну вот опять, только проехали, опять туман. Ежики в тумане, вон. Там едет фура.
но перед ним уже ничего не видать. Короче, вот такая обстановочка у нас по кругу. Мы едем, едем, едем в далекие края. Ну, такой у нас бизнес интересный, в то же время опасный. Кстати, кто знает, вот по этой гирлянде чек не горит, горит, короче, антиюз, что-то еще там, и АБС-ка. В чем проблема может быть? Напишите в комментариях. Тиана переднеприводная, 2,5. Вот. Говорит этот хозяин, что может быть на гранату, на внутреннюю, но не уверен. Напишите, если знаете, кто разбирается вообще в Ниссанах, в Тианах конкретно. Хотел вам экстремальное вождение поснимать. Ну, короче, камеру не обманешь. Камера видит. А так туман на улице вообще сильный. Хоть, о, можно по камере ехать. Кстати, ноу-хау вот такое. Короче, если вы не видите в тумане ничего, возьмите телефон. И, короче, а телефон туман не видит. Представляете, я не знал. А так вот на глаз вообще ничего не видно здесь, что происходит. А телефон видит. Ну классно, что, слава богу, что есть телефоны. Ладно, что, едем дальше. Подъезжаем уже к Кургану. Кстати, в Кургане живет паренек, тоже блогер. Записки Перекупа есть у нас на Ютубе. Тоже, кому интересно, можете найти его, посмотреть, что он там делает. Ну, он занимается там тоже подготовкой у него в основном. Такие там покупки он мало снимает. В основном подготовка машины. Все, едем далее. Что будет, что не будет в дороге, знаем. Я уж обрадовался, думал, что все дороги сделали по дороге в Курган с Челябинска. Оказывается, нет, не сделали. Вот опять в пробке стоим. Поэтому будьте внимательны. Ну так, вот мы сейчас проехали, наверное, сколько километров? 100, может быть, прям асфальт новенький. Классно. Но единственное, разметки нету. Ночью будет тяжело ехать. Ну, как-то так, друзья, едем дальше. Интересно так смотреть. Где-то сейчас дождь идет. Где-то такая погода осенняя. Класс. Всего полтора, сколько здесь разниц? 1000 километров, 1200 от Новосибирска и Курган. Короче, погода вообще другая. Но это не об этом. Что хотел сказать. Если вы по трассе едете и вы чувствуете, что захотели спать, лучше остановитесь. Там 5-10-15 минут постойте. Там, не знаю, чая возьмите, попейте. Или просто там глаза прикройте. Это лучше, чем где-то по дороге заснуть. Пускай вы маленько времени потеряете. Все просто в основном гонятся со временем. Что быстрее, быстрее, быстрее. Ну просто можно не доехать до дома. И поэтому везде в советские времена, помните, написано было: водитель, помни, тебя ждут дома. Поэтому вот имейте разумение остановиться и преклонить голову свою на некоторое время, отдохнуть и ехать дальше. Вот то, что, чем я сейчас и занимаюсь. Спать, конечно, что-то не хочется, но вот чайку я сейчас попью и поеду дальше. Все, ну а вы поехали со мной. Как вы думаете, фура с какой скоростью впереди едет? Ну, казалось бы, вроде бы не так быстро, да? Хотя у них 90 километров можно ездить максимально. Вот еще один, Новосибирский, 64-й регион. Фура едет со скоростью 120. Вот так вот дальнобойщики у нас гонзуют. Поэтому будьте внимательны на трассах. Вот реально 120 идет. Сейчас тягался он с этими. Передо мной там три иномарки шли. Ну, импортные, в смысле, вот типа Outlander, я это не помню, там что-то Camry, еще что-то едет. Короче, вот он с ними закусился, и до сих пор он 120 поливает. Если вы вдруг окажетесь на трассе, на Тюменской, вот Тюмень, Омск, ну, тут Ишим, Омск, он без разницы. Короче, и захотите вдруг перекусить, рекомендую вам пельменную. Сейчас покажу, вот она находится. Там пельмени вообще огонь. Просто я там вот, даже если не сильно есть охота, все равно заезжаю. Вот она, пельменная. Пельмешки без спешки.
Вот где красное-белое стоит, где зелень. Все, я пошел есть, ну а вы ждите, когда я поеду дальше. Все занято, видите, вся парковка. Все сюда реально едут пожрать, ну в смысле, если мимо едут. Это мусоровоз. Сломался по дороге. С Малороссийской едет. Пацана встретил в хостеле. Вот довез его. Сейчас домой поеду. Расскажу потом одну историю. Ладно, что-то номер запиши мой. Сейчас, 2 секунды. Хотел рассказать про этого пацана на мусоровозе. Короче, я остановился ночевать в хостеле. Ну, не хостел, короче, гостиница называется. Вот. И у меня сосед был, пацаненок вот молодой, там еще один. С ним разговорились. А он, оказывается, короче, гоняет машины тоже. Но тоже у него перекуп, короче, работодатель. Только, короче, перекуп покупает спецтехнику. Вот, и в данном случае это был мусоровоз фирмы МАЗ 2013 года. Вот, они, короче, с Новороссийска гнали его, пытаются гнать в этот Благовещенск. Короче, там 5,5 тысяч километров надо ехать. Короче, уже месяц в пути, представляете. Короче, МАЗ это вообще труба. Короче, месяц уже, то форсунки у них, то еще что-то, то еще что-то. Вот сейчас какая-то помпа или что там отвалилось, короче. Запчастей тоже особо нету. Короче, пока он едет, уже 250 тысяч в него вложили. И по ходу конца и края этому нету, друзья. Вот, ну, сейчас давайте о наших маленько делишках поговорим. Вот. Что хочу сказать про автомобиль Nissan Tiana. Это просто вообще супер тачка. Вот лучший Камри даже, я могу сказать. Ну, наверное, из-за движка, потому что шестерка здесь стоит V-образная. Везет вообще, подъемы, неподъемы, все вообще. Расход бензина порядка 8 литров по трассе. По управляемости вообще просто, ну, я не знаю, короче, мне очень понравилось. Двигатель масла не схавал, короче, нисколько. Вариатор живой, живее всех живых. Вот, что еще? Ну, там есть, вот ошибки надо будет поубирать все, горят на приборке. Я уже спрашивал, если кто знает, напишите. Вот, потом гранату надо поменять, там подшипники ступичные. Ну, короче, так надо позаниматься, как обычно, все, ничего нового. Вот, все, короче, я подъезжаю уже к дому. Осталось мне где-то километров, может быть, 30. Итого, вот мы проехали, нижняя строчка, 2,542. Короче, плюс 30, ну где-то будет 2,800, ну так, образно, 2,580 от хостела до моего дома, друзья. Ну все, кому понравилось, ставим лайки, кому не понравилось, дизлайки. Помогите распространению моего канала, если считаете, что он может быть кому-то полезен. Все, друзья, на этом будем закругляться. До новых встреч. Кому интересно, что будет с этим автомобилем в дальнейшем, как мы его будем готовить и так далее. Это будет уже в следующем выпуске.